всегда крутой. Любой вопрос решают разные страны тут. Первый боец UFC из Таджикистана. Спасибо всем моей родине страны. Люблю вас. Я горд, что я сын таджикского народа. Салам алейкум всем таджикам, ассалам. Рахат Сафеду, Икболат, Баланбад, Таджикистани, Азиз Иман. Друзья, всех приветствую с олимпийским призером, нашим братом Расулом Бакиевым. Желаем удачи нашему брату Нурлу Алиеву в дебюте UFC, который сегодня состоится буквально через пару часов. Акай Расул, ваши пожелания. Таджикистан ждет дебют Нурлана Алиева в UFC, в том числе я. У меня с ним такие вот близкие, слишком близкие братские отношения. Я хочу пожелать ему только победу. И я надеюсь, он сделает это с легкостью. Вся республика ждет его победу, поэтому мы с ним в любом положении. Нурлана Алиев, лапеш. Let's go! My man! Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for decision. The judges score the contest 29-27, 29-27, and 28-28 for the winner by majority decision, the Rumble! Let's go, baby! Salam alaikum. Спасибо всем. Я чувствую вашу поддержку. 10 million people in stadium Nurulo. Thank you, brother. Oh,